Вы знаете, у нас гниет не только политическая система, но и дипломатическая, и даже церковная, судя по всему. Ну, если вы помните, несколько лет назад армянский патриарх Стамбульский признался перед Эрдоганом, якобы турки-то тут вообще, оказывается, ни при чем. Геноцид армян устроили сами армяне. После этого я делал свой репортаж в Индии в поисках армянского наследства индийского и куда делся фонд этих самых армян, которые сейчас прозябают в нищете, имея достаточно большие деньги. И оказалось, что фонд нынче принадлежит каким-то образом Эчмиадзину. И вот теперь я в Израиле. Здесь я узнал, что и тут жизнь кипит. Оказывается, и тут все слухи вокруг денег и снова вокруг патриархата, но уже Иерусалимского, и тоже связано с грабежом. Говорят о том, что продали часть армянского квартала в Иерусалиме каким-то австралийским евреям. Я сегодня включу небольшой такой сюжет моего разговора с израильским журналистом армянского происхождения, который живет в этой стране и занимался этим вопросом, во всяком случае. Такой короткий разговор. А в следующем выпуске более подробно я вам расскажу об армянах Израиля. У нас где-то в ближайшие 3 недели тема будет касаться именно этого. Поэтому давайте послушаем сначала, о чем нам поведает израильский журналист. Я вам его сейчас представлю. Ну, а после уже целиком посмотрим весь сюжет об армянах Израиля. Это уже в предстоящих моих выпусках. Артем, вот меня делегировали, я скажу так. Честно говоря, я не хотел поднимать церковную тему. Она очень неблагодарная. И из-за этого я приобрел вокруг себя очень много врагов среди армян, потому что после моих поездок вот в Индию, где я делал расследование по Микаэлу Налбандяну, фонду индийскому, и окружил себя многими неприятелями. И сейчас, ну, меня вот делегировали, раз едешь в Израиль, все-таки узнай, что там происходит, почему наши армянские кварталы, церковь, разбазаривают. Действительно ли это так? Все-таки квартал, он и так сам по себе небольшой, да? И исторический армянский квартал, он один из 4, он как бы очень старый, очень древний. Действительно ли это так, что его разбазаривают? Кто это делает? И главное, зачем? Смотрите, вот после создания государства Израиль, надо было после каждого раза, когда священнослужители собираются, священный синод собирается и выбирают нового патриарха, нужно получить, грубо говоря, добро 3 государств. Израиль, Иорданское королевство и Палестинская автономия, да, Палестинское правительство. Теперь каждый говорит, допустим, против признания, что вы можете нам дать или какие-то уступки и т.д. и т.п. Это точно никто вам не скажет нигде. Но первый факт такого произошло, первый раз я про это сделал репортаж в 2004 году, когда мы узнали, только после того, как уже началось строительство в Тель-Авиве, там была маленькая земля сзади церкви святого, там, где была земля церкви святого Николая, там построены были виллы. А эти виллы, там, виллы построила израильская организация, и там живут сейчас очень богатые евреи. И эти и вот эта земля была передана на 99 лет израильским каким-то офшорным организациям. Вот. То есть это мы потом поняли, что это против признания даже самого продвинутого армянского нашего патриарха Туркома Манукяна. Теперь новый патриарх был избран, он 8 лет как бы был нашим патриархом, Нурхам, архиепископ Манукян, да. И наша организация все были, стояли как горы, как бы, и всегда защищали армянскую патриархию. Мы всегда
никогда, я лично никогда не хотел нашу, в общем, наше грязное белье вытащить наружу и показать людям, что у нас есть какие-то проблемы внутри нашей общины и есть какое-то недовольство среди армян, живущих в Иерусалиме, с церковью. Вот. То есть очень много армянских журналистов разные писали вещи, но мы когда всегда хотели решить вопрос мирно и внутри церкви. Но в этот раз получилось так, что 2 года тому назад это все произошло, что вот 25%, больше 25% армянской земли старого города, есть там парковка, которая называется Ковери Партес, и мы узнали, и откуда мы это все узнали? Мы узнали, что 17 священников, половина, большая часть этих священников, которые живут за границей, не в Иерусалиме, подписали письмо патриарху и сказали, что мы не согласны с этой сделкой. И после этого весь мир фактически узнал, но мы не знали, о чем идет речь, именно какая земля. Оказывается, что недавно, 3 месяца тому назад, мы только узнали, что в составе этой земли входит еще и половина нашей семинарии. Вот. Входит туда и дома армянских, как бы армян нашей общины. Даже половина магазина или одна часть магазина. Как бы. И получается так, что люди останутся без крови, без ничего. Останутся на улице. То есть они тоже на 99 лет отдали в пользование? Да. А кому отдали, это известно? Есть всякие имена крутятся. И то говорят, австралийские евреи, его звали Давид. Сейчас. Ну, неважно, да. Я просто еще слышал, что бывает такое, что и турки покупают через евреев. Не-не-не, это точно турецкого следа там нет, это евреи именно купили, потому что армянская община находится на Каре Сион. А что значит на 99 лет? Через 99 лет они должны будут вернуть армянам? Да, это по идее да, но в чем тут подвох? Во-первых, армянская патриархия, когда делает такие как бы вещи, когда они определяют, сколько лет должны отдать какую-то землю на какой-то организации, да, временно, они должны дать максимум 25 лет. Чтобы дать больше лет какой-то кусочек армянской общины или нашу землю, они должны собрать священный синод. Они должны, патриарх обязан собрать всех. И поэтапно, и все он обязан объяснить, что, когда, чего. Он все должен это все объяснить. А так получилось, что всего 3 человека решили единогласно, что никакого синода не будет, они не будут собирать всех священнослужителей, ни с кем не будут это обсуждать, решили вопрос, подписали договор и отдали эту землю на 99 лет непонятной еврейской организации, даже говорят, что... То есть армяне Израиля против всего этого? Не только армяне Израиля против, весь армянский народ против. Я заметил, нам, армянам, ни с политиками не везет, ни с дипломатами не везет, ни со священнослужителями не везет. Какая-то черная полоса пошла последние 30 лет. Да, я с вами согласен. Проблема в том, что вот сейчас даже нету единства между иерусалимскими армянами и нашими армянами по этому вопросу. Они постоянно собираются в Иерусалиме, каждую пятницу делают какие-то митинги против патриарха, собирают людей, были тут Нурхана. Еще... Да, против Нурхана, патриарха, против его решений. Вот. И половина армян не участвует в этом. В основном иерусалимские не участвуют, потому что они боятся поднять свой голос. Представьте себе, иерусалимские — это те, что живут там старые. В армянском городе. Да, и старые, и новые, неважно. Иерусалимские армяне, которые живут в старом городе, именно в армянском квартале, их очень мало там. Человек 50 только собирается на эти мероприятия, потому что если они соберутся, могут остаться без дома. То есть могут спокойно решить, что если вы против патриархии, против нас, тогда можете и уйти из армянской церкви, из армянского квартала, жить в Иерусалиме. А там, знаете, 1 месяц, чтобы заплатить за квартиру, стоит $1500. Вы знаете, вы мне рассказываете о том, что происходит здесь в Израиле между армянами, особенно иерусалимскими армянами, которые боятся своего же патриархата.
А у меня, мне в голову приходит моя поездка все та же в Индию. Если вы посмотрите тот фильм из Индии мой, очень много точек соприкосновения. Только главным действующим лицом является не Иерусалимский патриархат, а Эчмиадзинский. Почему я и говорю, как вот все схоже, и что-то с нашими священниками, по-моему, происходит в последнее время. Ну, это не последнее время, это очень много времени. Просто ну, последние 30 лет точно. Да, намного больше, наверное. Просто об этом сейчас... Не принято было раньше говорить. Говорить, да? А сейчас уже, понимаете, мы 2 года терпели, ждали, пока это отменят, пока этот вопрос отменят, этот договор отменят. Но получается так, что, конечно, в этом договоре 100% есть точки. Если ты отменяешь с одной стороны какой-то договор, тогда... Не знаю, сколько сот миллионов долларов ты должен заплатить, да, за то, что ты отменил этот контракт. И поэтому у нашей патриархии нет таких сотни миллионов долларов. Поэтому они не могут это как бы сделать cancel, да, отменить, да, проект. Теперь подключились всякие международные организации, подключились адвокаты из Америки приехали сюда, встретились с патриархом, встретились с мэрией города Иерусалима, с представителями. А не найдется ли такой армянский бизнесмен, ведь у армян же тоже много достаточно таких крупных бизнесменов в мире, у которых тоже немало денег, и если бы, скажем, кто-то из армян бы купил или взял бы в аренду на 99 лет вот часть армянского квартала, Нурхан бы продал бы? Нет. То есть ему важно, чтобы это были не армяне? Во-первых, я думаю, что у него было очень сильное давление со стороны государства Израиля. Я так думаю, потому что он бы один не решился пойти против всего армянского мира. То есть тут вопрос политический. Евреи сегодня готовы заплатить за каждый кусочек земли миллиардами долларов. Мусульманский квартал и еще христианский один квартал, они побольше, чем армянский. Почему же у армянского они покупают? Вы будьте уверены, что они делают попытки покупать тоже. И у них тоже, да? Конечно же, у греков же купили большую тоже кусочек земли в старом городе. Вот так вот. Да. И все суды против греков никто не выиграл, как бы греки не могут против государства Израиля ничего делать. Просто разница в том, что у греков государство намного сильнее, чем у армян. И даже в этом случае греки в суде богаче проиграли дело против государства Израиля. Это в очередной раз я, когда обращаюсь к армянам и всегда им говорю, чтобы они брали пример с евреев, в очередной раз только подтверждает мои слова: берите пример с евреев, как они четко, красиво расширяют границы своего государства, да, исторически своего государства, и причем любыми средствами, и это в принципе правильно. Другое дело, что кто подкупается на это, ведь не всегда можно войной достичь своей цели, где-то можно и деньгами достичь своей цели. Чего делается сейчас из армянских кварталов. Одни покупают, другие продают. Да, то есть одни очень хорошую цену предложили, я думаю. Угу. Поэтому такую цену, наверное, я думаю, если какой-то нолик ты добавишь, они могут 3 ноля еще, 4 ноля добавить к этой сумме, чтобы ты согласился. Потому что так сейчас получается, что вся община против патриарха. То есть там всего 3 подписи есть. Патриарх Нурхан Манукян, потом... Второй человек Севан архипископ Гарибян подписал, и руководитель, его сейчас нету, Парет Еретян, архимандрит Парет Еретян подписал этот документ. То есть 3 человека. Ну все правильно, Святая Троица. Да, и его как бы сделали козлом отпущения. Его выгнали из общины, наверное, видели эти видеокадры, как его избивают и как израильская полиция защищает этого человека. И все думали, что Парет ничего не скажет, и как он поехал в Америку, сразу он рот открыл, и Парет заговорил. И он сказал, что все эти договора, все эти соглашения были сделаны с согласия патриарха, то есть для него, Нурхана Манукяна. Да, и специально для него вызвали и адвоката, который на английском языке перевел весь договор, чтобы
Нухан Манукян досконально понял все нюансы этого договора и чтобы он подписал этот договор. Артем, еще последний, вот уже вот прям последний вопрос притык. Я слышал, что руководство палестинской автономии и король Иордании не признали патриарха Нурхана Манукяна. Это правда? Если да, то почему? Не то, что не признали, а просто отозвали признание в мае месяце этого года из-за этой сделки. То, что не считаясь с палестинской стороной, не считаясь с Иорданским королевством, патриарх так единогласно решил отдать армянские земли на 99 лет израильским. А в чем заинтересованность короля Иордании и палестинцев? Поскольку король... Земли-то армянские. Правильно, но король Иордании считался как бы и хранителем, и как бы и защищал христиан. До 1967 года, когда взяли Иерусалим. До этого как бы он защищал и земли. И поскольку есть палестино-израильский конфликт, и арабы в этом не заинтересованы, чтобы армянские земли отошли к израильтянам. У меня за спиной святые имена, святые изображения, портреты тех, кто погиб в годы геноцида армян в 1915 году. Это Кумитас, Григор Зограб, много-много-много других личностей, цвет нации, сливки нации, которые бы могли дать ростки и оставили бы великолепное, величайшее наследие. Но, увы, этому не суждено было случиться. Они погибли, чтобы жили мы. И очень скорбно осознавать, что из тех, кто жив сейчас, делает все, чтобы наша нация погибла. И еще более скорбно осознавать, что это делают сами армяне. Неважно как, отдавая земли, отдавая или продавая то, что не сам заработал, не сам соорудил. То есть ставят впереди себя деньги и нисколько не нацию. Будьте вы прокляты, вы недостойны имен вот этих вот людей. Ну, как я говорил, продолжение будет в предстоящих выпусках. Смотрите целиком, не пропустите выпуски «Антитопора». Впереди не только Тель-Авив, но и Иерусалим, и Палестина. Всего доброго, до свидания.